Приветствую вас. Мне видится ситуация такой, что все довольно просто. Дело в том, что у вас, Ксения, как мне кажется, весьма мало общего с молодым человеком вашим. И единственное, что вас, судя по всему, объединяло, это, ну, по сути, ребенок, да? Ну вот, по сути, единственное, что вас объединяло, это создание семьи, судя по тому, что я могу видеть в тексте вашем. Я не утверждаю, что это так есть, но судя по тому, что я вижу, это вот, ну, как бы, так выглядит. И, соответственно, ну, не исключено, что каждый из вас вкладывал что-то вот свое в, ну, появление ребенка, да, в создание семьи, каждый что-то из вас вкладывал. Вот. Но, как бы, очень часто бывает такая неприятная история, вот, когда, значит, ну, ожидания обманываются, ожидания оказываются, в общем и целом, неверными, да, и, по сути, получается так, что все это становится пустым. Пустым. Вот, мне лично кажется, что именно это произошло с вашим мужчиной, да, вот, я не очень, кстати, понял, кто это, то есть, вот, это муж или мужчина, то есть, понимаете, если это ваш сожитель, да, если это именно что ваш сожитель, ну, если это ваш сожитель, то я боюсь, что он к вам и относиться будет так, как сожитель, потому что вы себя, ну, как бы, себя позиционируете так, как человек, с которым можно именно сожительство. То есть мужчина не брал на себя обязательств по, ну, по заключению с вами брака. Вот, и при наличии, при условии того, что единственное, ну, вот, в какой-то степени, да, что вас объединяло, это ребенок, вот, или желание там создать семью, но семью вы не создали, поэтому будем, ну, как бы, считать, что ребенок ключевой. Момент, вот, ключевой фактор, что, собственно, ну, вы это получили, вы этого добились, и, собственно, все. А что еще? Теперь, как бы, можно с вами не считаться. Вот теперь можно с вами сделать все, что угодно, все равно вы не денетесь никуда. Вот. И все для человека это, на мой взгляд, ну, вполне очевидно. Здесь. Вот мужчине, как бы, кажется, что вы от него никуда не денетесь больше. Вот. И, к сожалению, может быть, он прав. А также, ну, принимая во внимание опыт, который
был у вас до этого, я имею в виду опыт, который, ну, опыт, касающийся измен, да, ну, опять же, вот не очень понятно, на что вы рассчитывали, да, как бы. Вот, то есть вы, считаете, что мужчина просто изменится, вы считаете, что человек просто поменяется, вы считаете, что человек просто станет другим, ну, к сожалению, без видимых каких-то моментов, да, вот это, ну, на мой взгляд, мало реально, вот, к сожалению, опять же, повторю, именно к сожалению, вот, поэтому здесь, ну, вот, такая история, на мой взгляд. Дальше. Нужно понимать вам, в первую очередь, что то, что вы чувствуете себя неуверенно, то, что вы чувствуете себя чужим, это связано исключительно с тем, что вы не верны себе. Вот в чем момент здесь. Вот, то есть в этом по факту дело. Все. Нужно вам, наверное, первое вот что нужно, да, это взять на вооружение идею, что не вы ответственны за то, что человек раздражен, а не вы за это отвечаете, за это ответственен исключительно сам мужчина. Вот. И кричите на вас по причине его собственных проблем. Скорее всего, тех же самых, которые у вас были раньше, потому что, ну вот, то, что вы говорите, что вы их проблемы, я имею в виду, преодолели, да, но для меня это не выглядит, чем-то таким убедительным, потому что я знаю, что просто так люди не меняются. Вот, и что нужны, ну, достаточно веские причины для того, чтобы меняться. Вот. А вы, к сожалению, вот этих причин, да, вы не назвали. Вот. Поэтому здесь вот, ну, такой аспект этой, значит, ситуация. Я надеюсь только, что вам это было полезно. То есть ваш вопрос, он, в принципе, наверное, деструктивен и ставит вас в такое зависимое положение от мужчины, да, потому что, ну, получается, что вы себя делаете виноват, по сути уже. То есть, что я его раздражаю, как бы говорите вы, нет, на самом деле не можете, именно вы не можете человека раздражать, да, то есть как бы, ну, раздражает человек всегда сам. Такой ответ я могу вам дать, вот, исходя из того, что вы написали, вот, что вам нужно сделать, это более
наверное, ну, может быть, более гармонично себя вести, чтобы было меньше противоречий. Вот. Потому что, ну, сейчас этих вот противоречий у вас, ну, довольно много. Очень много, я бы даже сказал. Вот, и, соответственно, ну, вам это не может не мешать. Так что с этим нужно в любом случае разобраться, на мой взгляд. Вот. Ну, все. Так, тогда на этом давайте закончим. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я желаю вам всего доброго и удачи.